Всем привет, ребята! С вами я, Алексей. И добро пожаловать на новую часть по прохождению игры Sonic Mania. По уже сложившейся традиции мы пройдем две зоны, а также я попытаюсь собрать хотя бы одну серебряную монетку дополнительных уровней. Поехали! Так, ребят, я сейчас проверю. Ага, запись идет. Начинаем мы проходить. Так, возьмем колечки. Но, ребят, здесь есть небольшой секрет. Как я говорил в прошлых сериях, водяные щиты на этом уровне очень важны, так как они, собственно, защищают вас от воды, то есть вы можете дышать хоть сколько в воде, и вам ничего не будет. Так, мы бежим по таким вот штучкам. Так, тут что-то есть, мне кажется. Так, ну, значит, показалось. Отлично, ребят. Ой, я упал. Ну, ничего. Продолжаем проходить. Меня сейчас не интересовало, ребята, тут что-то есть? Нет, тут ничего. Дергаем за рычажок. Тейлз тут уже чуть не задохнулся. Блин, хотел сделать джамп-дэш, а потом забыл, то, что у меня водяной щит. Так. Так. Ой, нет! Блин. А есть что-то наверху? Жизнь нету, да? Нет, ничего нету наверху. Ам. Так, нужно залезть наверх. И снова потянуть за рычажок. Стойте, ребят, там был водяной щит. И вместе с Тейлзом мы его сейчас подхватим. Давай, Тейлз, о. Готово. Ждем. Знаете, я могу активировать Супер Соник. Колец у меня предостаточно. Ой, ребята, у меня тут... Так... И вот, как и обещала, буду стараться собрать хотя бы одну монетку. Вообще, ребят, я этого не гарантирую. Но все же, почему бы и не попытаться? Оп, все, я все собрал. Так. Прыжок.
Куда меня отправило? Блин, а как здесь теперь собрать? Разворачиваемся. Опа. Блин, ребята, я, кажется, запутался. Так, что ж нам делать? Оп. Ой, нет. Ну да. Почему меня сюда забросило, я не понимаю. Оп. Используем Супер Соника. Вообще, ребят, не знаю почему, но когда ты находишься в этом пузыре, то лучше вниз кнопку не нажимать. Потому что этот пузырь просто лопнет. Ну вот как сейчас. Так, стойте. Ой, все, не успел. Теперь, ребят, здесь нужно очень быстро пробраться наверх. Некое задание Тегма перед боссом. Так, давай быстрее, быстрее, быстрее. Отлично. Оп. Я настолько быстро пробрался, что здесь даже стены не успели. Так, сейчас мы делаем так. Здесь нужно нажимать кнопку прыжка. Так. Чтобы притянуть Эггмана к себе. Еще нужно здесь, собственно, мины. На уровень мы потратили 6 минут, достаточно долго. Ну что я могу сделать, если уровень Гидросити сам по себе долгий? Так. Прыгаем сюда. Потом сюда. Тейлз где-то нашел кольца. А, он вниз упал. Догоняем этого крабика. Ух, ребята, чуть на шипы не упал. Бум. Мне было за свой щит страшно. Так. О, меня бы тут сейчас прищемило. Было бы очень обидно. Так. Так, прыгаем сюда. Так.
Я, видимо, этот уровень не прошел. Так, делаем прыжок. Там есть одно место, ребят, вот здесь. Ну, где можно очень даже легко запутаться. Ну, надеюсь, этого не случится. Ух, ой-ё, ух. Так, теперь нужно бежать, собственно, сюда. Сюда. И осталось найти всего 2 шарика. Есть, ребят, мы нашли их. Обещание одно я выполнил. Я, ребят, если честно, рад, потому что эти уровни, ну уж очень сложные. Не знаю, как вы. Напишите в комментариях, кто уже пробовал. Для вас это тоже была радость. Или нет? Для меня, да, если честно. Ой, нету, нет. Но музыка на заднем фоне, это, конечно же, что-то. В хорошем смысле. Так, прошло всего 2 минуты. Так. Здесь было кольцо, но я не знаю, как его получить. Ну, в смысле, как до него добраться? Я в этом месте что только не делал. То я слишком часто нажимал. То разные кнопки нажимал, но до этого кольца я так и не понял, как добраться. Вот так как-то. У нас уже 200 колец, можем спокойно включить Суперсоника. Оп. Сейчас главное пропрыгать. Оп. Оп, все готово. Дальше уж будет все попроще. Какой же уровень долгий? О, все отлично. Мы пришли. Теперь прыгаем сюда. И у нас босс. Что делать на этом боссе, спросите вы? Здесь нужно активировать эти мимки и заставить Эггмана попасть на них. Так, так, так. О, нету, нет, нет. О, ё, нет, куда, куда? Это у меня первый раз такое, ребят. Сейчас было бы очень больно. Так. Давай, давай. Попал. Теперь нужно схватить. О. Мы уже начали задыхаться, я так слышал. Ну, все же. О. Отлично. Здесь я, ребят, лучше пропущу. Потому что в этом месте много спотыкаюсь. Ой. О.
Так, ребят, теперь я использую суперформ. Где он? Так, так. Ой, не успел. Ладно, может быть, сейчас у нас все получится. Все, готово, ребят. Мы прошли с вами первую зону. И получаем дополнительную жизнь. Хотя я могу даже уже не говорить, потому что у нас уже 20 жизней. Так, вот и вторая зона. Достаточно сложная. Сейчас из... Так, это у нас робот иллюзий. Назову его так. Здесь можно прыгать по этим. Так. Вот этих ястребов нужно забивать, потому что от них одни беды. Вот так. Всё отлично. Здесь берем щиток, потому что здесь сейчас будет очень много вот такого. Везде одни только... Что-то задеть не могу. О, все. Сколько их тут? Не знаю, слышите или нет, но здесь уже был звук поезда, на котором едет Эгман. Так, Тейлс, я так понял, просто улетит и мне не поможет. Так. Я, если честно, не знаю, ребят. Ну, в общем, ребята, я боюсь сюда прыгать, потому что мы начнем с самого начала. И, в общем, здесь нужно быть очень аккуратным. Ух, ребята, сердце у меня чуть... Пятки ушло. Я вам, ребят, еще раз говорю, если бы я сейчас упал, то мы бы начали заново, потому что вот этого не было бы. Давайте снова попробуем. Ух ты, это что такое? Я, честно, первый раз это вижу. О, так, и как сюда попасть? Ой, ребят, что? Что это такое? Я что, что я делаю? О, нет. Ух. Ух. Так, и куда мне бежать? То есть это все, что ли? Я проиграл? Ну, видимо, да. Да, я проиграл. Но для меня это была незнакомая штучка. Сейчас будет босс, ребят. И он достаточно сложный.
Так. Ух. Так, сейчас нужно поймать его. Оп. И снова сейчас ловим. Его нужно бить по голове, если что. Ух. Так, ну сейчас еще, может быть, раза два ударить. Один. Один раз ударить. И вот, Соник выиграл. А вот и снова этот робот. И он хочет все испортить. Здесь у нас подбивает самолет. Мы падаем на землю. Но на этом не останавливаемся. Второй акт. Здесь, кстати, ребят, мне музыка раньше очень нравилась. Для меня эта музыка была любимой. Ну, кто поиграет, захочет поиграть в эту игру. Тот послушает. Так, теперь ждем. Можем еще с Тейлзом подлететь. Тейлз, Тейлз, давай, давай. О, все, молодец. Так что вот, ребят. Можно брать Тейлза. Он не бесполезен. Не бесполезен. Тейлз будет помогать бить боссов различных. Вкладывать это тоже в свои силы. Так, а теперь надо... Вот так, да. Бум. Так, здесь у нас такая гусеница. Так, и все. Вот босс. Всего робот этого босса нужно ударить 8 раз, я подсчитал. Здесь нужно уворачиваться. Здесь много разных будет. Так, сейчас будет вторая стадия. Всего стадии 4. Это бомбер, который ловко кидает свои бомбы. Сейчас полярный медведь. Он вызывает землетрясение. И вот. Последний. Он тоже стреляет из пистолета. Ну и все, ребят. Концерт закончился у робота. Опа. Снова получаем дополнительную жизнь. И дальше мы направляемся... Такую на завод Эггмана. А зона называется... Нефтяной океан. Можно так сказать. Вот, это уровень очень сложный, ребят. Эта зона очень сложная.
Но мы пройдем ее в следующей серии. Ставьте лайки для моей поддержки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!